Всем привет, вы на канале VSD. Сейчас многие боятся заходить в BlackRush и думают, что потеряют свой аккаунт. Кто-то говорит, что проект взломан, кто-то говорит, что все хорошо, и я постараюсь вам объяснить, что происходит на самом деле. Более подробная информация есть в моем телеграм-канале, ну а если ты хочешь получить гелик, скин Влада А4, эксклюзивные аксессуары, вип-статус совершенно бесплатно, то вводи мой промокод хэштег VSD, играю я на ICE сервере, ссылка на BlackRush есть в описании. Сейчас на серверах проекта происходит какой-то хаос. VIP-чат, да и просто вокруг все люди говорят, что срочно нужно выходить из игры, либо ваш аккаунт взломают, украдут все имущество, а кто-то говорит, что уже потерял, например, прошивку своей машины, либо свой бизнес, аксессуар, скин, в общем, что-то люди теряют. Администрация не успевает с этим справляться и, естественно, выдает мут тем, кто вводит игроков в заблуждение. На какое-то время у нас появились проблемы с доступом в игру, но об этом нам сообщили разработчики BlackRush, что как бы все хорошо. В данный момент могут наблюдаться проблемы с доступом в игру, все под контролем наших специалистов. В ближайшее время вход в игру будет налажен. Может быть, кто-то помнит, что в прошлом году была DDoS-атака как раз в декабре, но с ней справились. Было огромное количество телеграм-каналов и пабликов ВК, которые хайпились на этой теме и говорили, что все устроили они. Но вероятнее всего в прошлом году это просто были проекты-конкуренты, которые, например, открывались или просто хотели помешать, чтобы забрать какое-то количество онлайн себе. Но на самом деле на этот раз все было похоже на атаку на сервера, потому что у многих пропадали вещи какие-то, то есть аксессуары, скины, машины, кто-то говорил, что у них слетали бизнесы, но это только говорили. Например, я не встречал почти людей, которые говорили мне, что у них что-то слетело. Кто-то говорил, что у него слетела квартира, но это просто из-за того, что он не успел ее проплатить. В общем, кто-то один сказал, и все начали за ним повторять, что у меня это пропало, у меня это пропало. Но на самом деле у кого-то действительно что-то пропадало. И это все настолько начали форсить, что я это видел абсолютно везде. В пабликах ВК, в чатах ВК, в телеграм-каналах, в комментариях, в других каких-то чатах, даже в ТикТоке, в шортсах, в лайках. Ну ладно, в лайки я не смотрел, но наверняка там тоже что-то есть. В общем, абсолютно везде это начали обсуждать. Кроме этого, кто-то начал говорить, что с банковских карт списывают деньги. То есть, с карты, с которой вы донатили в BlackRush, спишут все деньги, которые там есть. Поэтому срочно нужно их блокировать. Но это полнейший бред, BlackRush не хранит ваши карты, и это просто невозможно будет сделать. Теперь вернемся к вещам. Они действительно пропадают, и это не связано с тем, что у вас их кто-то ворует или удаляет с проекта. Это просто из-за того, что сейчас их очень много, разных аксессуаров, скинов, машин, и становится все больше и больше. Ну и естественно, игроков становится больше, имущество у них все больше, ну и система BlackRush, оборудование просто не выдерживает, и конечно же иногда дают какие-то сбои. Именно поэтому вы можете не найти в багажнике какого-нибудь аксессуара, либо у вас не будет скина, который совсем недавно был одет на вас, может быть пропадет какая-то машина или прошивка с нее, все это именно из-за этого. Но давайте вам об этом расскажет человек, который в этом разбирается. Кому проще записать голосом, я запишу голосом. Вот, смотрите, я сижу, все в порядке, разрабы смотрят, фиксят. Вот. Это внутренняя ошибка. Ну, так бывает, что у нас из-за того, что много вещей в игре, сильно выросла нагрузка на игру. И, ну, оборудование не справляется просто. Сейчас разработчики пофиксят, оборудование исправят. Вот. И как бы никаких проблем не будет. Вот. Что вы там паникуете, я честно не знаю. Я связался с игроком, говорит, у меня пропало имущество. Я говорю, что пропало, тебе рассказываю. Он говорит, а я пошутил. И как бы я вот с кем не связался, ничего ни у кого не пропало. Все сидят, шутят, рофлят, паникуют. Вы хуйней не занимаетесь, просто нас не отвлекайте на это. Сейчас разрабы посмотрят, пофиксят, все нормально будет. Вот. Кайфуйте, играйте, вон там. Прыгайте как человек. Если ему вы не верите, то вот новость официально от BlackRush. Работа серверов полностью восстановлена, никакое имущество не пропадало и не будет пропадать. Если у вас наблюдаются какие-либо проблемы с подгрузкой имущества, то просто перезайдите в игру, и оно появится спустя время. Желаем приятной игры. Играйте по-черному. Надеюсь, вы все поняли, у любой игры есть какие-то проблемы и свои уязвимости, и если вам что-то угрожало или вашему имуществу, то все сервера просто бы
отключили. Такого не произошло, и значит у BlackRush все под контролем. Поэтому можете спокойно заходить, ничего не бояться. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока!